Московский юрист учит сургутских театралов зарабатывать деньги. Сургутский музыкально-драматический театр пригласил на трехдневный интенсив самого знаменитого сценического адвоката России. Валерия Маламура учит авторскому праву работников театральной и киноиндустрии. Сотрудничает с Константином Хабенским, русским драмтеатром в Дербенте, коллективами в Санкт-Петербурге, Ярославле, Перми. В прошлом году СМДТ заработал 27 миллионов рублей. Это в 2,5 раза больше плана. Вместе с Валерией юристы сургутского музыкально-драматического переписывают договоры, чтобы по пунктам учесть все нюансы, просчитать риски и ставить качественные спектакли. Мы занимаемся тем, что разбираемся с тем, что такое авторское право. То есть как работать с авторами, с режиссерами, с художниками. Для многих это до сих пор кажется немножко странным, что нужно как-то регулировать отношения. Но на самом деле в театрах это очень дорогие споры. И все, что связано с выпуском спектакля, с работой художников, драматургов, хореографов, режиссеров, это стоит неимоверных денег. И не потому, что им платят гонорары. Потому что гонорар, например, может быть 200 тысяч рублей, а по суду за незаконное использование получится взять с нарушителя до 5 миллионов рублей.